Друзья, всем привет! В этом небольшом ролике я вам расскажу, что такое День инвестора, День X100 на платформе AllUnik. Вообще, День инвестора – это такой день, когда компания X100 дает возможность купить долю ресторана с очень хорошей скидкой. То есть, минимальная цена на данный момент 8000 рублей. Но в День инвестора, он, как правило, проходит по пятницам, есть возможность купить долю ресторана всего за 1500 рублей. Это очень хорошая возможность для любого человека начать инвестировать, знакомиться с миром инвестиций и вообще попробовать, что такое компания X100 и как здесь все происходит. Сейчас на наглядном примере я прямо при вас куплю долю действующего ресторана всего лишь за 1500 рублей, и вы все сами увидите. Итак, для начала нам нужно зайти в личный кабинет на платформе AllUnik. После этого переходим в раздел «Кошельки». Для покупки доли выбираем стартовый кошелек, пополнение кошелька. Здесь нужно выбрать любой из платежных шлюзов. Мы выберем HotPay, давайте, и введем сумму. Ну, сегодня минимальная сумма 1500, давайте введем, например, 1600. Все, 1600, нажимаем оплатить. Нас перекидывает на сайт платежной системы. Выбираем платежная карта, нажимаем продолжить, здесь вводим свой email, вводим номер карты. Так, вводим номер карты, имя владельца карты. Ну и все остальные данные, срок действия и CVV-код. Все, после того, как все ввели, нажимаем «Пополнить». Вводим код, который вам придет для подтверждения операции. Все, и ждем, пока операция пройдет. Для этого требуется некоторое время. Так, все, платеж принят. Переходим в личный кабинет. Так, и нужно сейчас немножко подождать, пока деньги придут на ваш кошелек. Поставлю пока видео на паузу, как придет, продолжим. Так, друзья, все, деньги на моем кошельке, стартовый кошелек, сумма 1600. Далее переходим в графу, в меню «Все лоты» и выбираете любой ресторан. Ну, давайте возьмем Междуреченск. Нажимаем на него. Далее нажимаем «Купить долю». Дальше выбираем кошелек. В нашем случае это стартовый. Прописываем сумму сделки. Здесь автоматически ставится 1500. Ну, давайте поставим 1600. Дальше ставим галочку «Я ознакомился со всеми условиями оферты». И убираем, очень важно, галочку «Регулярные платежи». Все, все готово. Так, для подтверждения вводим наш финансовый пароль. Так, все, финансовый пароль готов и нажимаем кнопку «Оплатить». Сайт нам пишет, что оплата прошла успешно, платеж обрабатывается и будет зачислен в течение 2 минут. Все, друзья, я получил письмо на свою почту о том, что доля приобретена. Посмотреть ее можно, зайдя в мои сделки. Заходите в мои сделки и в разделе «Мой портфель» мы теперь видим «Суши-мастер», «Междуреченск»,
доля оборота 1600 рублей. Вот так вот, друзья, легко и просто каждый из вас может стать инвестором относительно консервативного инструмента и так вот маленькими шагами по пятницам по 1500 рублей формировать свой капитал внутри компании X100 и со временем выйти на хороший пассивный доход, так как компания дает очень хорошие возможности как для пассивных инвесторов, так и для активных. Если видео было полезным, обязательно поддержите его лайком. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я рассказываю обо всех своих финансовых инструментах, о том, куда я инвестирую и как, и также провожу там финансовые консультации для всех желающих. Увидимся в следующем видео, друзья, подписывайтесь на канал, и впереди нас ждет много интересного. Пока!